This conference will now be recorded. Уважаемые коллеги, я приветствую вас в учебном центре «Специалист» на мастер-классе, который посвящен основным средствам, что они представляют и каким образом они у нас с вами должны отражаться в бухгалтерском балансе и что это за такое трудное слово, но не сложное, внеоборотное. Я знаю, да, что среди наших... Среди тех, кто посещает мастер-классы, есть и уже бухгалтеры с опытом работы, и те, которые знают, что это такое. Я надеюсь, что для совсем новичков этот мастер-класс будет полезен тем, что вы хотя бы познакомитесь с тем, что такие внеоборотные активы бывают. А для тех, кто уже знает, я думаю, что, может быть, еще одну точку над «и» мы с вами расставим. Меня зовут Екатерина Санкина. С удовольствием буду видеть вас на занятиях в нашем учебном центре, который уже 29 лет учит людей, и те гарантии, которые мы предоставляем, конечно же, с ними также вас знакомлю. Уважаемые коллеги, хочу представить вам теоретический курс, который такой очень сдержанный, очень собранный, дает основные понятия техническим специалистам, руководителям и менеджерам, то есть без всяких подробностей, так это скажем, потому что все подробности, которые связаны с учетом внеоборотных активов, а именно основных средств, конечно же, на первом этапе, на начальном этапе вызывают очень большое у нас удивление. Курс рассчитан на 32 часа, поделен на два модуля, и, как вы видите, внеоборотные активы находится практически в самом завершении. То есть тогда, когда мы с вами подойдем к внеоборотным активам, мы уже будем очень много чего знать. И именно в первом модуле мы познакомимся в принципе с тем, что такое система двойной записи, какие счета бывают. Ну и я, конечно же, повторяю, что многие уже это и знают. Окончание нашего курса, финал, это формирование финансовых результатов. И на основе этих данных, естественно, составление бухгалтерской финансовой отчетности. Все слушатели обеспечиваются раздаточными материалами, на основании которых мы выполняем все практики на занятиях. Материалы мастер-класса вы можете посмотреть, слайды уже я выложила в вашем личном кабинете, сделать это можно с нашего сайта, я покажу немножечко попозже на следующем слайде. Если вдруг будут трудности, пожалуйста, запишите мою электронную почту, можете писать напрямую, я все материалы пришлю. Видео будет в дальнейшем размещено на сайте нашего учебного центра, вы можете пройти вот по тому пути, который я показываю, о центре, выбрать преподавателей, на страничке найти мою фамилию Санкина, и когда перейдете уже непосредственно на страницу преподавателя, не обязательно меня, да, может быть, еще с какими-то преподавателями захотите познакомиться, то там без труда вы сможете уже перейти на те видео, которые, соответственно, размещены на сайте нашего учебного центра. Уважаемые коллеги, для тех, кто все-таки, да, не знает, что есть личные кабинеты, и все слушатели у нас в основном общаются исключительно через личный кабинет с преподавателем, все материалы выкладываются, все материалы бывают доступны, включая видеозаписи в течение 6 месяцев. Тем не менее, попробуйте либо зарегистрироваться, либо уже зайти, перейти на страницу группы, и именно на странице группы вы найдете сообщение от меня со ссылкой на те материалы, которые размещены. Если кто-то будет заходить из мобильного телефона, то нужно будет перейти вам в мой профиль. Я опять-таки хотела бы, может быть, сейчас именно показать, что ссылка на материалы в личном кабинете размещена. Вы можете перейти по ней и увидите вот как раз те материалы, которые сегодня мы с вами рассмотрим. А это непосредственно слайды нашей презентации и некий листочек Excel, в котором я покажу именно путь основного средства в бухгалтерском учете. Но я повторюсь, да, по электронной почте можно мне написать esankina@specialist.ru, и я, соответственно, отвечу.
Прежде чем мы с вами рассмотрим внеоборотные активы, давайте вообще посмотрим, какие в бухгалтерском балансе у нас активы бывают. И мы видим раздел первый внеоборотный, мы видим раздел второй оборотные. Наверное, начнем от обратного, да, с оборотных. Но тем не менее, что из себя представляет бухгалтерский баланс? Бухгалтерский баланс представляет из себя все те данные, которые есть сейчас у предприятия, с которыми хочется ознакомиться пользователям бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, наверное, должны разбираться с тем, что же такое внеоборотные активы, посмотреть на те показатели по строкам, как вы видите, здесь в краткой форме приведены нематериальные активы, основные средства финансовые вложения. Вот это все долгие активы, длинные активы, они очень долго у нас с вами учитываются в бухгалтерском учете, как мы с вами рассмотрим. И, соответственно, основное правило – это активы, которые переносятся на затраты на производство, списываются в расходы в течение длительного времени. Это всегда больше одного года. А вот уже оборотные активы, это быстрые активы, это активы, которые быстро приносят нам прибыль и погашаются в течение 12 месяцев. Ну и для того, чтобы уравнять баланс, да, я приведу какие-то данные, которые есть в пассиве, и мы, наверное, будем с вами рассматривать практику, именно тоже основываясь на этих цифрах и показателях. Я уже сказала, да, что хочу начать от обратного. От обратного – это с оборотных активов. Оборотные активы – это активы, которые нельзя использовать повторно. Например, у нас на складе лежит какое-то сырье. Сырье в виде ткани, из которой мы с вами хотим изготовить готовую продукцию. Скажите, да, себе ответьте на вопрос, могу ли я сейчас взять какой-то отрез ткани, изготовить из него футболку, рубашку, либо какую-то другую продукцию, а потом сказать, а вот я хочу еще один раз использовать этот же материал. Нет, то есть задача увидеть и понять, что однократное использование этого актива предполагает, что в момент, когда произойдет, когда мы с вами создадим и изготовим продукцию из материалов, из оборотных активов, мы с вами повторно использовать их не сможем. Ай-яй-яй, какое... Какая неприятность. Закрылся слайд. Вот в тот момент, когда мы с вами изготовим готовую продукцию, готовая продукция – это тоже быстрый актив, это тоже оборотный актив, в момент ее продажи мы ни в коем случае не побежим и не догоним нашего покупателя и скажем, отдай обратно. Все, продали и получили доход и, соответственно, учли в расходах ту себестоимость готовой продукции, которая у нас с вами есть. Основное правило – повторно использовать нельзя. А вот теперь перед вами швейная машина. Мы, наверное, себе можем ответить на вопрос, что если ежедневно приходит на работу, допустим, швея, портной, и нету таких условий, чтобы ежедневно новую машинку ей предлагали для работы. Может быть, мы с вами не занимаемся производством, может быть, у нас с вами в кабинете директора, в кабинете, где сидят бухгалтеры, есть компьютеры. Наверное, тоже я не прихожу и не вижу каждый день новый компьютер. То есть я вижу компьютер тот же самый, который мне, может быть, какое-то длительное время назад, какое-то время назад приобрели, его ввели в эксплуатацию или приняли к учету, и я его изо дня в день использую. В основном, да, конечно же, все внеоборотные активы – это не только основные средства, это также еще и нематериальные активы, но это непосредственно сердце нашей организации, сердце производства, то, с чем мы с вами работаем изо дня в день, то, что приносит нам прибыли, то, что участвует в формировании и производстве продукции неоднократно, то есть в течение какого-то срока полезного использования. И если в течение какого-то срока полезного использования наш внеоборотный актив используется, это означает, что, конечно же, мы его и долго учитываем. Я хотела бы привести такой пример, который у меня в курсе называется, так в кавычках, «основные средства глазами директора». Очень часто приходят к нам на вот этот курс руководители, которые очень хотят понять главных бухгалтеров. Главные бухгалтеры
формируют какую-то прибыль, которая бухгалтеру непонятна. Она отлична от той, которая непонятна руководителю, извините, и она отлична от той, которую он себе в уме нарисовал. Или наоборот, ситуация обратная, когда есть денежные средства на счете расчетном сальдо конечное или в настоящий момент остаток по счету 10 миллионов, а бухгалтер говорит, такую прибыль мы распределить не можем. Да? Вот то, что не можем, как раз разбираем на примере, который в кавычках называется «основные средства» или «внеоборотные активы глазами директора». Для того, чтобы мы с вами смогли так немножечко почувствовать директора, давайте будем отталкиваться от движения денежных средств на расчетном счете. Вот всего лишь три операции. Да? Допустим, у нас с вами поступили денежные средства от покупателя, у нас с вами оплачено за основное средство, а основное средство – это внеоборотный актив. И также мы оплатили поставщику за сырье, материалы, то есть то, что называем быстрыми активами, теми активами, которые используются в течение операционного цикла, который составляет менее 12 месяцев. Слева, да, будем отражать поступление денежных средств, справа будем отражать списание денежных средств. Наверное, приблизительно это выглядит как любая выписка, в том числе в наших личных онлайн-банках, банках физических лиц. И мы с вами, конечно же, получая смс от операторов, понимаем, какое количество денежных средств на нашей личной карточке. Точно так же и происходит на расчетных счетах у организации. Наверное, мы можем без труда посчитать, что в течение всего периода поступило 9, ну я тут в тысячах, да, пишу, миллионов, а списано 8 миллионов. 800, и остаток на счете составляет 200 тысяч рублей. Вот при вот этой вот маленькой такой, маленьком таком эксперименте «Основные средства глазами генерального директора» я как раз хочу слушателям показать, что генеральные директора мыслят только исключительно денежными средствами. Если есть 200 тысяч на расчетном счете, значит 200 тысяч – это мой доход. Значит, это те деньги, которые я как директор называю прибылью, значит, наверное, именно эту величину я буду умножать на ставку налога на прибыль, например, 20%, и выходить на сумму налога к уплате в бюджет, которая будет 40 тысяч рублей. Но у бухгалтеров все по-другому. Бухгалтеры знают, что метод начисления предполагает, что для формирования базы по налогу на прибыль мы с вами должны отталкиваться от тех доходов и тех расходов, которые в организации будут. И это не 4500 в составе расходов. Почему? Потому что тот длинный, долгий, внеоборотный актив, основное средство, которое мы приобрели за 4,5 миллиона, будет использоваться неоднократно. А если он используется неоднократно, значит, я должна определить, какое количество времени я его буду использовать. Это называется сроком полезного использования, СПИ, сокращенно можно видеть в учебных пособиях. И исходя из ожидаемого срока использования данного конкретного объекта, исходя из ожидаемого физического износа, который зависит от режима эксплуатации, мы с вами как раз будем переносить на расходы стоимость нашего основного средства, которое составляет 4,5 миллиона рублей. Вот очень трудный счет, но, наверное, я вижу, что есть среди нас те, кто не впервые знаком с бухгалтерским учетом. Очень трудный счет – амортизация. Всегда слушатели, которые приходят сразу на программный продукт 1С, или как раз те слушатели, которые руководители пришли понять главного бухгалтера, они очень тяжело понимают, что же такое амортизация основных средств. Но это некий счет, на котором мы обобщаем с вами информацию в том износе, который накапливается во время эксплуатации. То есть фактически маленькие кусочки в течение срока полезного использования стоимости нашего основного средства, в данном конкретном примере 4,5 миллиона, мы будем аккуратно, бережно в течение срока полезного использования переносить и списывать. Аналитический учет будем вести по каждому объекту основных средств, и вы сейчас посмотрите, каким образом это будет происходить. Нормативная база для определения срока использования полезного, срока полезного использования основных средств
разная для бухгалтерского учета и налогового учета. Для бухгалтерского учета это профессиональное суждение, это может быть техническая документация и, конечно же, общероссийский классификатор основных фондов. Но кто не знаком с таким нормативным документом ОКОФ, я предлагаю опять-таки найти на просторах интернета, это федеральное законодательство, оно в общем доступе. Здесь не дается никаких сроков полезного использования, здесь только приведены коды, исходя из которых вы принимаете к учету ваше основное средство, и эти коды указываете в документах о вводе основных средств в эксплуатацию. В налоговом учете у нас четкое нормативное мышление, то есть есть определенные нормы, есть постановление правительства номер один, которое называется о классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Также предлагаю ознакомиться, посмотреть, как пользоваться этими двумя нормативными документами. Мы имеем какое-то основное средство, мы его находим в ОКОФе, мы берем оттуда некий код, и вот с этим кодом уже идем в постановление правительства номер один. Здесь профессиональное суждение ПС я напишу, и именно техническая документация. У меня может быть в бухгалтерском учете срок полезного использования отличный от налогового. Но мы с вами для простоты примера все-таки возьмем эти величины равные. Но, тем не менее, код, который я здесь найду, я обязательно также поищу в постановлении правительства. И из 10 амортизационных групп выберу ту, согласно которой буду учитывать свое основное средство. Но у меня тут возникла идея, да, сразу же попробовать поискать постановление правительства на просторах интернета, а то что-то я говорю, а эти амортизационные группы и, соответственно, не показываю. Постановление правительства 1, и вы знаете, как правило, оно сразу у нас и выходит, и вылезает, да, классификация основных средств. Обратите, пожалуйста, внимание, вот те самые группы, которые приведены, и около каждой группы показано, какое количество времени, какой срок полезного использования мы можем с вами взять. Месяца берем полные, но по первой, например, группе это всегда 1 год плюс 1 месяц, но не больше 24 лет. Если найдем наше основное средство во второй группе, тогда будем брать 24 месяца плюс 1, то есть 25, потому что 24 относится к первой. И так далее. Соответственно, чем выше группа, тем больше срок полезного использования. И если мы с вами дойдем до 10, то там аж свыше 30 лет, то есть 361 месяц используется наш внеоборотный актив долго-предолго. Мы сейчас с вами посмотрим, как это будет у нас непосредственно в бухгалтерском балансе. Итак, допустим, да, сейчас пример без бухгалтерского баланса. Каким образом работает у нас с вами счет 02, который называется амортизация? И вопрос, да, который задают многие наши с вами коллеги, которые, к сожалению, не имеют пока еще вот такой устоявшейся основы под ногами, откуда берется амортизация? Да? Вот она берется ниоткуда. По сути, мы с вами принимаем к учету основное средство и видим его на 0,1 счете. Сейчас вы эти счета увидите. Но уже в тот момент, когда принимаем его к учету, мы определяем срок полезного использования, исходя из тех нормативных документов, которые мы с вами увидели. Конечно, очень многие бухгалтеры, начинающие, вообще не хотят делать разницы между налоговым и бухгалтерским учетом. Все переживают, что с ними делать. Но также и складывается, что разницы всегда получаются. И даже если мы здесь будем очень хорошо и красиво говорить, что все у нас используется, пользуются ровно 40 месяцев и в бухгалтерском, и в налоговом учете, все-таки нет-нет, да эти разницы где-нибудь у нас с вами всплывут. Вот важный момент, где будет использоваться наше основное средство. Опять-таки, это счета учета затрат. Счета учета затрат основные, которые мы с вами знаем, да, это 20-е основное производство, все, что связано непосредственно с производством продукции, у нас указывается на 20-м счете. А это значит, что те самые футболки, которые были на рисованы, они же имеют какую-то фактическую себестоимость. И вот эта фактическая себестоимость – это все то, что мы на 20-м счете с вами увидим, соберем в течение отчетного периода, какую-то величину X сгруппируем
и разделим на количество произведенной продукции. В результате мы с вами получим ответ на вопрос, а во что мне обошлась одна единица продукции, ну, например, может быть, кто со мной уже знаком и кто знает, что мой шеф занимался, внедрял, да, производство пельменей, мы как раз считаем, сколько стоит у нас 1 килограмм пельменей и 2 вида пельменей этих выпускаем. Но, тем не менее, есть еще 26-й счет, это, например, да, счет, который накапливает у нас с вами затраты административно-управленческого персонала, а если организация занимается торгово-закупочной деятельностью, значит, использует 44-й счет. Здесь у нас производство, поэтому счет будет 20-й. И вот тот кусочек, который мы с вами сейчас будем учитывать в затратах, который мы будем с вами учитывать, ну, это вот я футболку, да, хотела нарисовать, в одной или сколько там мы футболочек X изготовим единиц, вот кусок этого основного средства очень долго будет учитываться в себестоимости нашей продукции. А сколько долго? Как мы видим здесь, 40 месяцев. 25 тысяч – это сумма амортизационных отчислений. Получила я ее простой арифметикой. 1 миллион разделила на 40 месяцев, потому что именно в течение 40 месяцев я буду учитывать вот конкретно это основное средство. Этот внеоборотный актив я буду использовать именно столько. На вопрос, а что же будет, если через 40 месяцев это основное средство еще будет использоваться? Ничего, просто весь его... Вся его первоначальная стоимость, которая была сформирована, перенесется уже на затраты. Мы будем с ним работать по-прежнему, с этим основным средством, но уже в себестоимости готовой продукции учитывать не будем. Вот та проводка, которую вы видите, для начинающих практиков, вот просто прям откуда-то ниоткуда, да, в программных продуктах это делается автоматически на этапе принятия к учету основных средств или ввода в эксплуатацию, так у нас такая формулировка в налоговом кодексе, мы задаем параметры, а на каком счете мы отражаем амортизацию, ну, это всегда, как правило, 0,2, там отличие только в субсчете, а на каком счете мы учитываем затраты. Вот опять-таки 26-й счет, если это компьютер для директора, 44-й счет, если это, допустим, торгово-закупочная деятельность, мы купили с вами кассовый аппарат, например, да, мы же его долго будем использовать, либо любое какое-то другое торговое оборудование. Автоматизация учета предполагает, что мы принимаем к учету основное средство, а потом видим эти проводки. И вопросы, да, откуда взялась амортизация, должны у нас стоять не тогда, когда амортизация начислилась, а тогда, когда мы приняли к учету основное средство. Мы задали эти параметры. И, конечно же, у нас вопросы у тех, кто уже понимает, что такое амортизация. Может быть, почему амортизация не начислилась, да, а не откуда она взялась, то есть наоборот. Я предлагаю вам здесь ознакомиться со счетами учета. На 0,1 счете как раз у нас наше с вами основное средство, которое по первоначальной стоимости. А вот сейчас как раз разношу ту проводку, которую вы видите. Такую проводку я буду делать, то есть дебет 20-го счета, а кредит 0,2 целых 40 раз. 40 раз, пока у меня на 0,2 счете полностью не самортизируется мое имущество, и я здесь не увижу 1 миллион рублей. Как только прошло 40 месяцев, вот эти счета в таком виде я и буду видеть. Ничего не изменится. Они закроются только, если наше основное средство с учета выбудет. Но опять-таки задача перенести стоимость нашего основного средства на расходы, связанное с производством или на себестоимость производства продукции, товаров, работ, услуг. Допустим, я вот прям скажу, что мы приняли, если 15 апреля наше основное средство, по результатам второго квартала первую амортизацию начислили в мае, вторую амортизацию мы с вами начислили в июне, и вот в таком виде я подхожу с вами к формированию бухгалтерской отчетности для пользователей, которые говорят, нет, нам, пожалуйста, формируйте отчетность либо ежемесячно, либо ежеквартально. Вот каким образом у нас с вами будет выглядеть бухгалтерская финансовая отчетность и внеоборотные активы,
дней по состоянию на первое полугодие, допустим, 2021 года. У нас с вами стоимость основного средства, которое будет отражено в балансе, это будет стоимость основного средства остаточная. Мы с вами покажем, а сколько еще нам осталось перенести на затраты, на себестоимость, на те же самые футболки, либо, может быть, я в дальнейшем буду изготавливать отличную продукцию от футболок. Но, тем не менее, я буду на 43-м счете видеть, что я изготовила, и на 43-м счете, куда будет закрываться 20-й счет, буду формировать себестоимость. А есть варианты, когда 20-й счет у нас с вами закрывается в 90-й счет, ну, или второй субсчет. Субсчет называется себестоимость продаж, и так поступают организации, у которых вид деятельности, который они отражают, и затраты на 20-м счете, которые они формируют, это выполнение работ или какие-нибудь они услуги производят. Уважаемые коллеги, ну вот хотелось бы уже сейчас завершить наш семинар таким практикумом, как раз вот, может быть, давайте попробуем посмотреть путь нашего основного средства в бухгалтерском балансе. Для этого, наверное, вот я все эти проводки вам покажу, но, конечно же, в голове они у меня есть. То есть, может быть, да, кто-то еще пока не знаком с налогом на добавленную стоимость, но в целом я бы хотела опять-таки подчеркнуть, что любой актив, который мы с вами получаем, это наш потенциальный расход. Внеоборотный актив становится нашим расходом только тогда, когда мы начинаем с вами начислять амортизацию. Это погашение стоимости, это перенос на себестоимость выполненных работ, произведенной продукции. В конце каждого месяца у нас будет происходить списание, да, здесь может быть проводка не такая, может быть проводка на 43-й счет, но мы сейчас попробуем и те, и другие варианты. Но в целом 90-й счет у нас всегда закрывается в 99-й. То есть, по сути, мы с вами ведем учет для того, чтобы, конечно же, определить, а какая у нас с вами прибыль. Вот прибыль – это непосредственно 84-й счет, а 99-й счет – это финансовый результат текущего года, который всегда имеет сальдо конечную нулевое на 31-12. Но что, у меня тут такой импровизированный мини-бухгалтерский баланс. Мы будем, может быть, отталкиваться от тех цифр, которые мы здесь видели. Я буду показывать изменения в активе, изменения в пассиве, исходя из тех проводок, которые мы с вами в течение вот пути основного средства будем формировать. Да, я попрошу не пугаться всех тех, кто еще пока не знаком со счетом 19, но возвращаясь к слайду «Путь основного средства», я хочу подчеркнуть, что всегда, когда мы какой-либо документ от нашего поставщика получаем, мы его делим на две части. Если есть НДС, да, может быть, НДС и нет. Но если НДС есть, то у нас 100% того, что мы заплатили, это будет потенциальным расходом, а 20%, если НДС там поставщик принял, предъявил именно 20%, будет участвовать в формировании декларации по налогу на добавленную стоимость. Итак, ну, наверное, будем отталкиваться, что основное средство мы приобрели за 4500, да, как раз та сумма прошла по счету, и поступление основных средств отражается всегда по дебету 0,8 счета вложений во внеоборотные активы. Почему 0,8 счет? Почему формулировка поступления основного средства не формирует проводку по 0,1 счету? Потому что мы еще не знаем, работает это основное средство или не работает. Или, может быть, или, может быть, мы еще не смогли с вами сформировать первоначальную стоимость. Или, может быть, вот принесли коробку, положили ее в угол, а мы ждем с вами наладчиков. Поэтому всегда будет дебет 0,8-0,4, кредит, конечно же, расчеты с нашими поставщиками. Но я, может быть, напишу здесь сразу субсчет 0,1, как это отражается в программном продукте 1С. Какую цифру я здесь напишу? Я не могу здесь написать
4,5 миллиона, потому что согласно нормативным документам мы с вами принимаем к учету внеоборотные активы без учета возмещаемых налогов. А это значит, что я должна отщипнуть сейчас от 4,5 миллионов налог на добавленную стоимость. И принимаю к учету основное средство исключительно по цене без учета налога на добавленную стоимость. Отражаю эту проводку. Основное средство приняла к учету по 3,750, а поставщику должна также 3,750. Дальше в обязательном порядке мы с вами вспоминаем, что вообще-то перечисление было 4,5 миллиона. Конечно же, нам поставщик предъявил налог на добавленную стоимость, который мы с вами выделяем, а кому мы его заплатим или заплатили уже, это наш поставщик. Величина налога на добавленную стоимость, ну, наверное, 4,5 миллиона минус 3,750, либо это можно посчитать по формуле, сумма, которую предъявил нам поставщик, умножить на 20,120 или 750 рублей. 750 тысяч, да, рублей. Соответственно, у нас есть, да, здесь налог на добавленную стоимость такая, строка в бухгалтерском балансе. И я опять-таки показываю, кому я это должна. Все тому же поставщику. В результате мы с вами как раз видим, что поставщику как заплатили 4500, так и должны были бы заплатить. В банке, да, позволяет даже... Я вот так вот сейчас немножечко опущу. Давайте мы с вами сразу что возьмем и заплатим нашему поставщику, уменьшим задолженность и по 51 счету произошло списание 4500. Соответственно, у нас с вами уменьшаются денежные средства на расчетном счете. И у нас с вами уменьшается задолженность поставщику. Поставщику мы ничего не должны, но мы с вами имеем опять-таки некий актив, который приняли к учету без учета возмещаемых налогов, и видим, что есть у нас налог на добавленную стоимость. Как правило, надо всегда не забывать, да, места у меня тут нет, что мы при оплате, при опять-таки получении НДС от поставщика, в случае, если все документы у нас корректно оформлены, имеем право налог на добавленную стоимость принять к налоговому вычету, то есть уменьшить платеж в бюджет. 19-й счет мы сейчас с вами, 750, да, здесь? 19-й счет мы сейчас с вами закроем, а в бюджет покажем, что платим меньше на 750. Вот, пожалуйста, отражаю проводку. Кредит 19-го счета и дебет, уменьшаю платежи или задолженность в бюджет, счета 68,02 на сумму налога на добавленную стоимость, которую мне предъявил поставщик. Но опять-таки задача 0,8 счета 0,4 это еще и сформировать первоначальную стоимость. Здесь также могут быть дополнительные расходы, которые были связаны, затраты с непосредственно... без которых мы бы с вами с этим основным средством бы никогда бы не познакомились и не подружились. Сюда же мы могли бы с вами навесить какие-то монтажные работы, а может быть со склада мы какие-нибудь с вами шурупы, винты взяли, а может быть какие-то ремни потребовались. И в любом случае величина может расти, и здесь может происходить увеличение, и формирование первоначальной стоимости может занять не один день, не один месяц. Да? Может быть, не сегодня привезли какое-то дорогостоящее оборудование, и я жду наладчиков аж чуть ли не из-за границы. Да? Но мы с вами упростим учет, будем принимать основное средство, дебет 0,1, ну, будет такой субсчет 0,1, основные средства в организации, кредит 0,8, 0,4. Все то, что мы сейчас видим на 0,8 счете, мы принимаем к учету. Но 3,750 – это та как раз стоимость, которую мы с вами сформировали. Все-таки в строке бухгалтерской финансовой отчетности она будет находиться и 0,8 счет, и 0,1 именно здесь, в основных средствах. Поэтому если вот я здесь сейчас сделаю такую запись, равно, да,
плюс 3750 ввели в эксплуатацию основное средство на 01 счете, минус 3750 списали его с 08 счета. То есть здесь все то же самое у нас и останется. А вот теперь самое главное, да, если бы у нас с вами были какие-то запасы, то мы бы их сразу бы списали, сказали бы, нет у нас материалов, сказали бы, нет у нас товаров, они проданы. А где они? А они расходы. И вот здесь вот бы отразили прибыль. Но у нас с вами амортизация, и мы вот эту стоимость будем очень медленно, очень аккуратно переносить на счета учета затрат. Каким образом мы с вами это будем делать? Ну, опять-таки, в зависимости от того, где наше основное средство используется, а у нас основное средство используется в производстве, начислять амортизацию. Амортизация, да, ошибаюсь я, обчепятываюсь, амортизация – это счет контрарный. Уважаемые коллеги, напишу вот здесь какую-то условную величину. Мы не обговорили, какое количество времени будем использовать. А пусть это будет 45 тысяч, и того получается, что, наверное, 100 месяцев, да, мы приняли к учету наше основное средство. Вот пусть будет 100 месяцев переноситься на затраты на производство. 0,2 счет, величина контрарная. Мы с вами как раз вот здесь, я вернусь сейчас, мы здесь как раз с вами видели, что в бухгалтерском балансе мы будем показывать остаточную стоимость. То есть то, по какой стоимости мы приняли к учету основное средство, за вычетом начисленной амортизации. Начисляется амортизация на пассивном счете, но этот пассивный счет контрарный, и он корректирует счет основной. И я здесь напишу обычно так на наших курсах КА. То есть он никакой не пассивный, он контрактивный. А в чем его контрактивность? А контрактивность его в том, что вообще по правилам, да, мы это тоже проходим, к сожалению, прям рамки нашего мастер-класса очень короткие, не удается обо всем вам рассказать, но тем не менее основное правило формирования бухгалтерской отчетности – это все сальдо конечные, всех счетов активных, они дебетовые, и мы переносим их в актив бухгалтерской финансовой отчетности. А все сальдо конечные кредитовые, пассивных счетов мы переносим в пассив бухгалтерской отчетности. В результате мы с вами видим наши активы в активе, и мы видим источники образования в пассиве. Но контрарные счета, они отражаются не там, где это требует правила. Они вне правил. Они будут отражаться со знаком минус в противоположной части бухгалтерского баланса. Поэтому сейчас мы с вами то, что на 0,2 счете начислили, возьмем да вычтем из наших основных средств. Значит, у нас появляются такие, опять-таки, затраты, которые, согласно ФСБУ 5, все затраты являются запасами, и мы с вами скажем, что начисленная амортизация, ну, 45 тысяч, да, дебет 20-го, это не что иное, как уменьшение, то есть нашей первоначальной стоимости именно на эту величину. И таким образом мы будем погашать и уменьшать стоимость нашего основного средства, ну вот если здесь мы, да, сказали, в течение аж 100 месяцев. Как будет себя вести счет 20, на котором сейчас у нас с вами 45 тысяч, а у него два варианта. Первый вариант, если наше основное средство используется в производстве работ. Значит, это будет проводка дебет 90, кредит 20. Вот я закрыла счет 20 на ту сумму затрат, которые там у нас с вами отражены. А если это будет производство продукции, тогда у нас это будет дебет 43, кредит 20, и мы в формировании себестоимости готовой продукции увидим все то, что там отразили. Но если, опять-таки, это будет у нас с вами 43-й счет, давайте так, мы, наверное, по трудному, да, пути пойдем, по долгому. Значит, мы с вами скажем, что проводка та, которую мы сейчас видим, отразится следующим образом. У нас с вами минус 45, закрылся счет 20, у нас с вами плюс 45, появилась готовая продукция на 43-м счете или на складе. А, наверное, я ее когда-нибудь продам. И когда я эту продукцию продам, конечно же, я отражу доход от нашего покупателя. Ну, может быть, покажу здесь, да, доход от покупателя, дебет 62, кредит
90, может быть, пусть я продала продукцию аж на 150 тысяч рублей, в результате я показываю, что я получила прибыль 150 тысяч, но и покупатель мне, вот дебиторская задолженность покупателя, также должен 150 тысяч, пока он мне еще не заплатил. А что будет при реализации футболки? Конечно, я не уверена, что здесь пишутся все 45 тысяч. Может быть, знаете, пусть 45 тысяч две футболки стоят, да, или 45 тысяч стоит у нас с вами 45 футболок. Значит, я, хотя все, пусть будет все 45 футболок проданы оптом, поэтому закрытие счетов будет отражаться у нас, вернее, списание себестоимости нашей футболки будет отражаться также дебет 90, кредит уже 43. Готовой продукции нету. Вот я, пожалуйста, покажу. Нету готовой продукции, но зато есть расходы, которые уменьшают у нас с вами прибыль. Уважаемые коллеги, так, что-то тут у нас 2 рубля, да, где-то 43, ну, правильно, написала 43, потому что говорила про 43 счет, все, 2 рубля нашлись. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось сейчас предоставить слово нашему менеджеру Анне, а вы пока подготовьте, пожалуйста, вопросы, можно их писать в чат, я с удовольствием на них отвечу, как только они у вас появятся. Анна, вы здесь? Вы с нами? Да, да, спасибо. Извините, вы пропали просто ненадолго, поэтому я потеряла вас чуть-чуть. Здравствуйте всем, меня зовут Анна, я консультант по профессиональному развитию и карьерному развитию, соответственно. Хотела бы представить вам сегодня наше обучение, которое рассматривает то, о чем говорила Екатерина в своем формате. Итак, начнем с одиночного курса. Это основа управленческого учета и бюджетирования. Этот курс длится 44 академических часа. И также есть курс основы экономики для руководителей и менеджеров. Уважаемый, кто-нибудь слышит Анну, меня? Или это у меня что-то на связи? Вас слышно? Анна, вас... Пожалуйста, посмотрите, да? Да, Анна, слышно вас, говорите. Спасибо. Вы сможете ознакомиться с программами курса, соответственно, со всей информацией, расписанием, стоимостью на страницах их, потому что вся информация там актуальна. И также, соответственно, если появятся какие-то вопросы, задать их нам, карьерным консультантам, которые помогают людям подобрать обучение и расписание. И есть у нас по этому направлению комплексная программа. Она называется «Управление экономикой организации». В нее входит 2 курса, ее длительность 64 академических часа. Хочу обратить ваше внимание на то, что после обучения вы получаете удостоверение о повышении квалификации, что, в принципе, является очень хорошим и полезным таким аспектом и критерием, наверное, для действующего сотрудника или же даже для человека, который занимается подобной работой впервые. Вот. Далее я бы хотела отметить, что у нас есть новый, в принципе, довольно актуальный формат обучения. Если очное и онлайн обучение проходит обычно в классическом формате, когда лектор читает свои лекции, то, как сегодня проводила занятие нам Екатерина, то есть мы слышим ее голос, мы можем с ней коммуницировать и видеть на экране то, что она делает в ходе практических занятий, то есть еще такое интересное обучение как открытое. Оно предполагает то, что у вас уже готовые видеозаписи по курсу, вы можете, просматривая их, в принципе, останавливать видеозапись в любой момент и задавать вопросы преподавателю, получать консультацию. Что самое приятное в этом, это то, что вы можете видеозапись пересматривать неограниченное количество раз, и при этом нет необходимости, допустим, слышать дополнительно слушателей, которые тоже слушают этот материал, которые также задают вопросы, допустим, перебивая и останавливая лекцию. Вот, то есть, грубо говоря, вы, в принципе, сами формируете свое обучение и распоряжаетесь своим временем.
В остальном, если у вас есть какие-то вопросы по этим направлениям и необходима какая-то консультация, то, пожалуйста, обращайтесь. Я повторюсь, сейчас скину всю необходимую информацию. И также хочу обратить ваше внимание, что у нас есть акция и программа, которая называется «Иду вперед». Если вы хотите получить бесплатную консультацию по обучению, то вам необходимо будет зарегистрироваться в Google форме, и, собственно, вы сможете ее получить. Ну, это необходимо заполнить по ссылке, которую я скину также в чат. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Екатерина, спасибо большое, что предоставили возможность выступить сегодня. Да, Анна, спасибо большое. Уважаемые коллеги, если есть вопросы по программе, если есть вопросы не по программе, я с удовольствием отвечу. Ну, наверное, тогда все. Тогда спасибо вам всем большое. Да, всего всем доброго. Вижу, Елена. Спасибо.